Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в городе Волгограде, где сегодня в рамках 36-го тура Олимпиадного России по футболу среди команд клубов футбольной национальной лиги сезона 2021-2022 сойдутся волгоградский «Ротор» и московский «Спартак-2». Тоже поехали, показали нам расстановку обеих команд. Ну, а братьям Шитовым, один из которых будет в заявке на матч РПЛ «Урал-Спартак» сегодня. Страшно, да, при таких подачах. Все-таки капитан «Ротор» очень часто воздух снимает. Но у «Спартака» как раз эти стандарты хороши. И вот, пожалуйста, 1-0 уже на исходе третьей. В начале четвертой минуты выходят гости вперед. Если я ничего не путаю, по ощущениям, нам еще нужно, конечно же, повтор. Константин Шевцов стал автором забитого гола. Если это так, то вот тебе и главный подарок. То вот начало с Томью и поражение 1-5. Это, конечно, было не очень хорошо. Дудиев, что здесь, по свистку. Соколов молчит. Нет нарушения правил, можно играть. Роман Минаев подключается на правом фланге. Сам же себе отдает передачу. Роман на ход. И Бек Ковторадзе пытался на ближнем фланге замкнуть. Но мимо отправляется мяч. И вот смотри, Петрунин убрал руки сейчас. Обыгрывает 1-1 своего соперника. Даже двух удалось Минаева обыграть. Передача низом проходит на Игоря Школика. Продвижение вперед уже никак не придумаешь. Загруженная левая бровка. Чуканов бьет с левой. Спасает Акмурзин ворота своей команды. Двоих удается обыграть Минаеву. Нужен прострел. И удается его сделать. Но слишком много ног игроков «Спартака» здесь. Звучит свисток. Что же, позади первые 45 минут. «Спартак» впереди. Все те же лица на поле. Хотя, слушай, Камиль Мулин у нас появляется. Вот так вот. Конечно. Роман Минаев делает навес в штрафную площадь. Мулин обрабатывает мяч. Скидывает дальше. И Махатадзе бьется скоком от газона. Рядом со штангой. Мулин, смотри, как легко и элегантно при всем этом обработал здесь мяч. И продвижение вперед. Так называемый билдап происходит там через центральных защитников. Хорошая передача на Шитова следует. Шитов будет выходить на Пелеха. Нужно пытаться обгонять его. Шитов бьет по воротам. Подустал уже немножко Виталий. С мячом ты все равно игрока не бежишь, вероятнее всего, здесь. К тому же, когда он уже был на два шага впереди тебя. Было какое-то повреждение. То есть непонятно, в какой кондиции Алексей Щеткин сейчас. Ну, и на концовку под навал, если потребуется. Второй тайм я только единственное решение вижу. Штрафного от Владамара. Ай-яй-яй, какой штрафной-то в итоге. Ну, это... Офсайд. Слушай, все мои доводы могли просто одним этим стандартом полностью быть закрашены. И Роман Минаев на правом фланге. Шведой передача на Амара. В одно касание. Все очень здорово. Щеткин обрабатывает. Пробить нужно Алексею. Чукаров на добивание. Спасает Акмурзин. И угловой будет, да, здесь, конечно, волгоградцы хотят пенальти, но здесь удар Чуканова был, Акмурзин уже играл по мячу. Передача должна, кажется, последовать у Латамар с левой низом. Акмурзин такое забирать обязан. Да. «Спартак-2» в гостях у волгоградца. Ну а волгоградский «Ротор» теперь уже теряет все шансы на то, чтобы остаться в футбольной национальной лиге.